Никто не отвечает. Дверь не заперта. Кажется, нас ждут. Пройдемте. Мистер Холмс, теперь мне понятно, почему Снежков не ходит в кафе уже больше недели. Тут этого сиреневого восторга на целую вечность хватит. Доктор. Простите. Смотрите. Иголки от елки. Почти на каждой инопланетной картофелине. Угу. А как вы думаете, на что похожа эта инопланетная картошка? А! На елочную игрушку! Абсолютно верно, доктор. У нас здесь налицо контрабанда инопланетной картошки. И если со Снеговиком мне в целом все понятно, он просто любит сладкое, то зачем это нужно елке? Так. Помнится мне, она как-то говорила, что очень уж устала в последние годы от этих новогодних праздников. Хорошо, а вот вы, когда пробуете этот самый десерт «Сиреневый восторг», что вы испытываете? Я не знаю. Когда его ешь, он такой вкусный, он такой сладенький, начинаешь забывать обо всем. Так, стоп! Да. Спокойно. Нам прямо сейчас нужно выбегать, потому что космический корабль на Улулу ходит всего лишь раз в неделю. Поэтому уходим. Только не говорите, что мы туда сейчас полетим. Полетим обязательно. Доктор! Бегу!